Меня зовут Корнев Артем. Сегодня у нас на обзоре автогидроподъемник ТА-18 на базе газона Next с двухрядной кабиной. Подъемник ТА-18 с электроизолированной алюминиевой люлькой предназначен для проведения строительно-монтажных и эксплуатационных работ в различных сферах производства, требующих подъема людей и оборудования на высоту до 18 метров. Наличие изолированной люльки позволяет выполнять обслуживание электрических установок напряжением до 1000 вольт без его отключения. Подъемник снабжен двумя пультами управления навесным оборудованием, выносным и расположенным в люльке. Автогидроподъемник адаптирован к различным климатическим условиям, работает при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 40 градусов и скорости ветра не более 10 метров в секунду. Шасси Gazon Next C42R13, колесная формула 4х2, место в кабине 7, грузоподъемность люльки 300 кг, высота подъема 18 метров, время подъема люльки на максимальную высоту 120 секунд, угол поворота стрелы 360 градусов. Наша компания готова подготовить спецтехнику на различных шасси коммерческих автомобилей. Пишите в комментариях обзор на какую технику вы бы хотели увидеть.